В очередной серии Брагин защищает Цыплакова от расправы толпы. На допросе Цыплаков категорически отрицает свою вину. Гедеонова вынуждена признать, что он не мог совершить все убийства. В это время певец Стас Нижегородцев обращается за помощью к Гедеоновой и рассказывает ей про свое участие в конкурсе «Открытие 90-х». В том же конкурсе участвовал и Ярослав Дорошин, которого на банкете финалистов чем-то напоили и лишили голоса. Он попал в психушку, но сейчас, возможно, вышел.